Приветище, мои бравые колобки! Добро пожаловать в мир цилиндра и трибумов. Трибумы, собственно, это мы, те же самые колобки, которые пытаются спасти свой род и весь этот мир от этого странного, непонятного механизма цилиндра и его слуг, в том числе и математика. В прошлой серии мы уже приблизились к спасению путем очищения этой линзы. Странно, что не сохранился этот процесс. По всей видимости, нам снова нужно очистить эту линзу. Давай это сделаем. При помощи вихря, который мы добыли из пузыря вот этого гиганта Гары. Ой-ой-ой-ой. Все, запустилась линза. Сейчас она начнет подниматься и очищаться. Все, поехали. Напоминаю, что нам таких линз нужно 3 штуки. Это одна из 3. О, да. Колобки, прыгайте оттуда скорее. Ну что вы творите? Почему вы там зависли-то? Так, все. Ее подняли, колобки скатываются. А, по-моему, не все скатываются. Смотри, они улетели вместе с линзой. Ну ладно, ну что теперь поделать-то? Отлично. Линза улетела, колобок падает. Это у нас колобок-вонючка. И пахнет, я тебе хочу сказать, он очень отвратительно. Но, как мы выяснили в прошлой серии, этот запах привлекает Гара. Значит, что, идем искать другие линзы? Но сперва я еще хотел найти вертолетик вот этот вот, вот он. И проверить, будет ли работать вихрь на них. Так, ого, как он. Ничего себе, ничего, он полетел. Обалдеть. А что так высоко-то? Ого, а он спустится обратно? Так, я понял, кажется. Значит, нам нужно аккуратно запустить это все дело. Теперь, давай, запрыгивай. Вот, ха-ха, мы полетели. И что тут наверху? Грибочек какой-то есть. Я понял. Ребят, отходите от него. Сейчас попробуем еще разок. Давай поднимаемся. Сейчас перепрыгнуть попробуем. Опа, допрыгнул, нет. Черт, не получилось допрыгнуть. Нужен колобок, а у колобка нет функции вихря. Успею я это сделать или нет? Сейчас включаем колобок. Давай запрыгивай. Есть! Получилось, вышло. Ништяк, сейчас прилетим сюда. Хопаньки, и что тут за способность? Что тут за мутация? Нужно, правда, очистить рюкзачки наши. Цилиндру. Кстати, в комментариях говорили, что цилиндр все-таки может убивать больших монстров. Просто нужно побольше накатывать на них, и тогда все получится. Но я, если честно, что-то не очень хочу экспериментировать над этим. Какая-то... Это просто вода. Слушай, это еда. Просто выпиваешь этот грибочек, и все, это даже не мутация. Ну вот. А я-то думал. Но зато тут все хорошо видно так. В прошлой серии мы еще видели с тобой оборотни. Вот они, кстати. Вот они, эти оборотни. Они похожи на трибумов, но на самом деле он сейчас может раскрыться, а там жучар. Привет. Смотри, какой он странный. Я тебе хочу сейчас в справочнике прочитать про него. Мы в прошлой серии это забыли сделать, мы его отсканировали, но забыли прочитать. Тригрум – редкий хищный вид, специализирующийся на агрессивной мимикрии. Это многоногое животное может менять свой облик, становясь похожим на трибума. Затем оно внедряется в группу и ждет подходящего момента для удара. Однако тригрумы не обладают разумом и не могут вести группу. Если обман раскрывается, существо можно прогнать, обрызгав водой. Оно бежит, зарываясь в песке. Но если группа покажется ему уязвимой, тригрум может захватить одного из ее членов. Вот так-то, прикинь? Очень опасно. Ну вот он один из них, это тригрум. Можно отличить его по лапкам. Видишь, какие они у него странные. Да и в принципе он сам по себе странный. Давай-ка мы обойдем его и посмотрим, он за нами побежит? Да, все, он в банту, в нашу шайку вписался. Он сейчас будет искать подходящий момент, когда можно на кого-нибудь сагриться. Ну ладно, пусть бегает. Хотя, может, мы его прогоним сразу кислотой. Давай вот так вот. Зальем. Опа, появился. На тебе. И в песок убежал. Видел, да? Ух ты, смотри, что я нашел. Гляди-ка. Какое-то странное строение. С лифтами и качелями. Туда можно спуститься. Вначале мы спускаемся вниз сюда. На эту качельку. Интересно, она будет как-то работать? Нет? Вот я встал на нее. И что? Нужно электричество. А, вот смотри, я на кнопку встал. И запускает. Да, механизм. Все, запущены. Отлично. Все, поехало. Все, мы на платформе. Поехали. Включаем присоски. Ой, где присоски? Присоски. Включил присоски. Перелетели. Присоски отключаем. Присоски. Вот так вот, аккуратно. И теперь надо за барьер не перелететь. Давай-ка мы вот так вот сейчас сделаем. Давай. Есть, получилось. Вот, мы возле барьера, надо быть очень аккуратным.
Ништяк, все вышло. Мы переехали на ту сторону, не зайдя за барьер. То, что нужно. То, что хотели. И теперь вон туда наверх надо как-то попасть. Как это сделать, я, конечно, вообще не представляю. А, вон, летуны есть. Зачем я перелетал, если внизу есть летун? Вонючка, запускай пропеллер. Переключаемся. Поехали! Только вверх, только вперед. А чё так слабенько-то? А, я думаю, что нам нужно вихрь прямо на нем запускать еще, пока мы будем летать, подниматься вверх. Так, стой, 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 дай запрыгну. Да не мешайтесь вы, блин! Все мне тут помешали. Давай еще разок, еще разок. Еще разок взлетаем. Ну же. Вот. Не мешайте меня тут, ребята. Так, капец, ну как с вами можно общаться? Расплодил группу здоровенную. Третья попытка, сейчас должна быть удачной. Никто не прыгает. Вот. Давай запускаем еще выше, еще. Поднимай, поднимай, поднимай. А он выше-то и не поднимается. Как-то странно, очень странно. Как так выходит-то, что мы туда и не можем подняться-то? Ну что ж, ладно. Раз мы туда не попали, то предлагаю уже чесать отсюда. Тут вроде больше ничего нету. Где мой скоростной трибун? Включаем сейчас у него супер глаза. Где они у него? Вот, включили. Точно здесь в округе больше ничего не упустили? Тогда может бежать. Вперед из песни. Вообще без каких-либо происшествий добежали. С этим скоростным трибумом-пухляшом очень удобно бегать. Сейчас посмотрим, что мы здесь имеем. Но вначале нужно, чтобы Стелла нам показала, нет ли здесь каких-нибудь храмов или еще чего. Сейчас остановится наш цилиндр. Стоять! Приказывают. Ой, вот этот звук мне вообще не нравится. Черт, он разрушил Стеллу. Электрический цилиндр сейчас побежит. Мы знаем, что мы должны находиться в пределах цилиндра, иначе нас вот эти молнии могут и уничтожить. Так что мы тихонечко будем тут гулять. Ну и смотреть, как цилиндр все разматывает на своем пути. Кристальная кожа включилась. Почему она включилась? Здесь где-то кристалл был? Не видно. Ну ладно, включилась и включилась, и какая разница? Бежим. О, еда, надо ее взять. Еду нам надо, я как раз уже хавать хочу. Можно под звуки апокалипсиса пообедать, в принципе. Пока цилиндр до нас еще тоже не добежал. Давай покушаем, чего бы нет. Нам, все съели. Нам теперь вот таким вот медленным шагом нужно добежать вон до той следующей Стеллы. Дружище, давай беги скорее, а то тебя размотает сейчас. Я бегу. О, начинает перелетать, смотри. Все, на ту сторону. В ад. К математику, в самое пекло. Мне кажется, ли там вода? Подождите, только не в воду, пожалуйста. Сейчас возьмем вот эти вот штуки. А, ну у нас же амфибия есть, нам не страшно. Нам теперь не страшно. Ох ты, ё-моё, тригрума где-то нашли. Надо его залить водой. Заливаем, ребят, водой. Водой его льем. Водой. Все, он закопался, убежал. Ой, жопка бежит, и слоны здесь. Надо убегать, ребята. Они нас могут растоптать. Бежим. Скорее. Уходим отсюда. Все, нам теперь нужна амфибия. Срочно нужна амфибия. Муха! Давненько тебя не видел. Иди сюда. Давай-ка я тебя зажую. Отлично. Амфибия, я тебя выбираю. Поплыли. Вон туда. Там, кстати, лесок слева есть. Интересно, что будет бегемот делать? Он прям в воду заходит, ему пофиг. Да, слоняра не знает, куда деваться. Переживает. А вот нефиг было на меня покушаться. Может, я бы тебе помог. О, гляди, вон в той стороне я вижу два свечения. Там наверняка есть линзы. Хо-хо-хо. Мы здесь. Мы на берегу. Прибыли. Ништяк. Это стало точно остановить цилиндр. И нам всем будет хорошо. Но тут, кстати, песчаная буря. Нифига не видно вообще. Вообще нифига. Ай-яй-яй, электричество. Близко не подходим, ребят. Чуть не шандарахнуло у нас. Цилиндр остановился. Отлично. О, и математик полез. Гляди-ка. Сейчас он какую-то дичь тут вытворит, по-любому. Голос в памяти посоветовал быть осторожнее. Собиралось множество слуг цилиндра, готовых охотиться на трибумов. Но я пока вижу одного. Пришло время поискать укрытие, переждать охоту. И какое укрытие это может быть? Блин, и здесь тоже они. Ё-моё. Со всех сторон лупят. Так, клинзом пойдем. Клинзом. Может быть, еще вот сюда спрятаться, а? Как ты думаешь, под эти грибочки волосатые?
Ну что-то я думаю, что они нам, конечно, не помогут. Это такое себе слабое укрытие. Где эти фонари-то летят, блин? Давай бежать отсюда. Какое же укрытие? Какое же... Линзы? Нет, до линз нам не добраться, тут барьер красный, и это очень плохо. Но мы вроде бы как убежали, этих летающих фонарей не видно. Математик такой сидит. Я король, найдите мне этих 3 бомбов, я их сожру на обед. Да конечно, попробуй нас поймай. Во-во-во-во-во, и здесь смотри, здесь фонарь появился. Блинский, откуда он тут взялся? Из-под земли просто вылез? Или это не фонарь, это слуга какой-то другой? Все, они исчезли? А, это машина вон та бегает. Уходим, 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 уходим. Блин, у кого-то какую-то способность отжали. Вроде бы как все. Они успокоились. Че, у тебя какую способность отжали? Хобот, у него забрали хобот. Так, моноколесо, ладно, бежим от него. Поехали. Черт, это капец какой-то. Фух, добежали до следующей стеллы. И как раз прямо к линзам. Это очень здорово. Но мы лишились одной способности, вихря. Благо, у нас есть мутации этого вихря. Так, только у кого они? И сейчас мы ее восстановим. Вот они, эти мутации. Они как раз у нашего вонючки. Давай, съедай. Хобот восстанавливай. Вроде пока все хорошечно. Он стоит на месте. Этот страшный цилиндр. А мы бежим к линзам. Тут 2 линзы как раз-таки. Сейчас мы одну очистим, потом ко второй побежим. Ого, ого-гошеньки, ты посмотри. Мертвый Гара. Ё-моё, а как так вышло? Чё это ты помер? Ничего себе. Я могу тебе и в рот залезть, в принципе, если захотеть. Может быть, он спит? Как думаешь? Не, ну в рот-то мы к нему не залезем. Все, это максималочка. Там дальше перекрылась гортань. Может быть, он отравился чем? Или от старости? Как думаешь? Слушай, знаешь, что я хочу еще попробовать? Я хочу, короче, взять этот вихрь, отдать своему колобку. Он его съест. Я хочу запустить вихрь и надуться в шар. И посмотреть, я поднимусь или нет в воздух. Мы распрощались со своим хоботом огоньком. Думаю, не страшно. Врубаем вихрь. Вот он, вихрь есть. Взлетаем. Ну... Не, не поднимает нас вихрь. Это печально. Это прискорбно. Ну, что поделать. Вот она, линза еще одна. Ищите еду, надо покушать. Блин, надо срочно покушать. Сейчас я это сделаю. Во-во-во, тут грибы как раз есть. Все на месте. Ну чё, давай очищать. Единственное, я думаю, нам нужно подорвать вначале вот эти вот штуки. Сейчас мы подожжем это все дело. Так, оно загорелось? Да, загорелось. Отходим, ребят. Все, вроде бы поджег. Уезжаем. Отлично. Ну вот, воду я тратить не хочу. Где цилиндр? Цилиндр, давай, покажи свою силу. Раздави его. Размотай его. В прыжке давай сделаем это. Вот так вот, на тебе. На. Куда ты побежал? Я бегу, бегу, бегу. И качусь, качусь, качусь. Ну что-то как-то надо долго его колошмарить, да, я понял. О, реально, смотри, загасили его. Офигеть, работает. Ну шикарно, значит, и цилиндром можно ушатывать всех. А тем временем у нас тут все уже разожглось. Сожглось, подорвалось. Где у нас вихрик? Вот он, вихрик. Давай запускать эту штуку. Поехали! Закрутилась, завертелась. Еще одна линза отправляется наверх. Не будем отсюда сбегать. Прям вместе с ней поднимемся. Я на самом деле хотел бы улететь вместе с ней наверх, но почему-то нам не дают это сделать. Еще одна линза начала подниматься в воздух. Подумать только, что их предки с легкостью создавали подобные вещи. Возможно, когда-нибудь они смогут вновь обрести эти знания и начнут создавать свои собственные чудеса. Да, это было бы круто. Я думаю, что математика мы тоже создали, и всех подопечных цилиндра тоже мы создали, в том числе и сам цилиндр. Поэтому мы сейчас огребаем от наших же и последствий. Ну что, пойдем последнюю линзу тогда очищать. Вот она, последняя линза, и тут куча трибумов. Домики трибумов? Голос из воспоминаний предупредил трибумов, что в этом месте таится что-то жуткое. Но какая именно опасность скрывается под песчаными барханами, оставалась загадкой. Смотри, тут просто реально куча домиков трибумов. Но почему они сюда скатились? О, сундуки. Давай откроем. Офигеть, какое богатство! Какое богатство!
Ну, голос нас предупредил, что тут какая-то опасность, да? Но, тем не менее, здесь линза. И к тому же она очень странно так расположена в какой-то яме. И она не засыпана песком, что очень-очень подозрительно. И по логике вещей я бы отсюда убежал. На самом-то деле... В смысле Василий погибает? Как это вышло? Вы куда свалились? Чунгачкуки! Они вниз, смотри, скатываются и погибают. Вы что, издеваетесь, что ли? Ну там явно что-то опасное есть. Раз они туда скатываются и погибают. Пробуем туда запрыгнуть вот таким вот макаром. Очень осторожненько. Надеюсь, все трибу мы перелетели. Да, все здесь. Ладно, пойдем запускать эту штуку и посмотрим, что за тварина там все-таки скрывается, которая сожирает все и вся на своем пути. А может быть, глаза нам покажут? Там какую-нибудь секретку, не? Ничего не показывает. Ладно, запускаем вихрь. Поехали. Что же тут таится? Под этим стеклом, под этой линзой. Что-то она нифига не поднимается, слушай. О, сейчас начнется, сейчас начнется. Так. И что же там? Ох, нифига себе! Что это за фигня? Обнаруженное чудовище напугало трибумов. Голос в воспоминаниях предупреждал их. Но мы не послушали нифига. Это могущественный слуга Цилиндра, отправленный помешать им. Все равно, насколько они малы и напуганы, им нужно было найти способ победить. Так. Что нам нужно делать? Что понял, по пальцам нужно. Ясно. Нужно пальцы отбивать. Пальцы. Так, давай сюда катись. Вот сюда, вот на этот пальчик прям. Ого, как ты умеешь делать. На пальчик надо. Ух, вылетели как мы. Давай сюда же, сюда. Вот на этот пальчик катись. Есть, отбили. Но правда здоровье у нас не к черту. Где-то у кого-то было здоровье. У кого здоровье. У пухлиша было. Шестерочку, съедаем быстро. Кто-то погиб, нет? Типок погибает. Эх, черт, ладно, воскресим. Не страшно. Вот этот пальчик надо придавить теперь. Вот этот пальчик давай задаем. Есть. Ох, подлетели как. Ищите еду, вам нужно поесть. Да какой поесть? У меня тут разгар сражений. Вот сюда, на этот пальчик, пожалуйста. Катимся. Черт, промахнулись. Давай еще раз. На этот пальчик. Вот сюда. Едем. Укатываемся, ребята. Ху-ху, ништяк. Что там по здоровью? По здоровью, ну такое, себе надо покушать. Восполняем еще раз здоровье, чтобы не потерять всех. Он раскаляет линзу прямо посередине. Убегай! Зажрался совсем, да? Совсем зажрался. Я отхватил. О, зумба сдох. Ну, вообще шикарно. Можем его воскресить. Сейчас я подбегаю к нему. Есть, воскресили. Вот на этот пальчик, на этот пальчик. А где у нас еще один дохлый трибум? Есть, готово. Там что-то посередине летает. Я не могу понять, что это такое. Пальцы отбили. И вон там вот маленький трибум завис в воздухе. Мертвый. Что там у тебя внутри? Какой ужасный. Ну, тем не менее, мы отжали у него линзу, и это очень хорошо. И наверху где-то трибумчик, может, его тело все-таки упало, хотя я сомневаюсь, конечно. Ай, нас заливает ядом, черт подери. Где мой цилиндр? Давай посмотрим, как ты со слоном справишься. Давай, наезжай на него. Ага, он раздавил Рэмбо. Да, с этим чудищем нам не справиться. Давай, поднимайся. Еще и Гома задавил, вообще шикарно. Тем не менее, каким-то макаром мы его убили. Очень странно все это. Черт, у меня нет возможности цилиндра воскресить. Ладно, давай автосохранением воспользуемся тогда. Все, я перезапустился, все живы, все трибумы у меня. Ты посмотри вон на те глаза, которые так хлоп-хлоп-хлопают. И такую пасть, фу, как отвратительно. Интересно, туда можно запрыгнуть? Давай попробуем. Все, сохранение стало доступно, я сохранился, и сейчас я попробую туда перелететь. Конечно же, все трибумы сейчас просто попадают вниз и сдохнут, да, наверное? Полетели в самое пекло. Ну ладно. Что будет со мной, если я вот прямо сюда приземлюсь? Прямо тебе в пасть. Ха! Я мимо пролетел.
А что внизу? Что вот тут есть? А, тут ничего, тут пальцы здоровенные. И грибы, которые позволят нам... О, сундук! То есть я не зря сюда спрыгнул, да? Шикарно! Любопытство у меня нет предела, и оно вознаграждается. Минералы отдаем трибуму. Теперь давай посмотрим, что в сундучке у нас. А, еда. Еда, это очень хорошо, она нам сейчас нужна. Кушаем. Все, я тут все оббежал, больше тут ничего нету, так что можно выпрыгивать скорее. И нужно попить. Иначе у нас сейчас начнется обезвоживание. Это я тебе хочу сказать, ну, такое себе. Вот еще грибочек. Все, выпрыгнули. Вода, вода, вода. Где у нас вода? И, кстати, три линзы мы подняли вверх. И что вот теперь? Автор нам об этом не повествует пока. Видимо, нам нужно дальше пробежать. Прикинь, я наконец-то крем-кремыч нашел. Он где-то здесь. Нам третий глаз его показывает. Где-то вот тут. Это он? Это вот эти вот цветки, что ли? Так, как это собрать? Где? Где-то здесь, прям вот рядышком. Вот он. Слушай, это и кабачки, и крем-крем. Все в одном месте. Обалдеть, наконец-то. Теперь мы можем сразу несколько мутаций закрыть, по идее. Дерево мутаций. Вот эту мутацию мешка мы закрываем. Водный обработчик. Нам нужно 9 какулек червей. Червячки ты... Вот. Вот он их выкакивает. Собираем их. Отлично. Ну все. Кажется, я эти какульки насобирал просто горсть. И должно хватить на мутацию. Давай проверим. Да. Защищаем. Есть. Ну, поскольку мы бежим за повествованием автора, когда он скажет, что же там с тремя линзами, бежим скорее к Стелле. Давайте, колобочки, топите. Газуйте из всех сил. Фух, устал немножко, вносливость кончилась, но тем не менее мы прибежали. О-о-о, что это происходит? Чего, где это было? О, метеориты упали. Прям сюда. Прям в воду. Что это такое? Вот это вот надо взять. Что это такое? Оно горячее. Может быть, его остудить? Давай попробуем остудить. Нет, надо... Я не знаю, что это такое. Для чего это? Может, его расколоть? Давай попробуем. О! А-а-а! Припасы. На здоровье. Круто. Тут вот еще один лежит. Давай попробуем. Ого. Давай разломаем. Посмотрим, что в нем. Что-то он как-то... А, это минерал, между прочим. Это гому надо забрать. Забирай, перерабатывай. И вот там вот еще один, блин, лежит. Как неудачно они упали, конечно, вообще. Смогу его подобрать? Не, уже не смогу. Вон они, два лежат на дне. Но до них не добраться, к сожалению. Ну и что, мы здесь тоже закончили. Бежим дальше. В надежде увидеть сюжетную линию. Когда мы уже доберемся до летающих островов. Не так хочется туда попасть. Все-таки с линзами мы уже закончили. Кстати, можно еще посмотреть карту, где мы находимся. Карта вот. Мы бежим к этим стелам. Подожди, а вот это вот что это? Это пещера была? Блин, можно было в нее заскочить. Ну ладно. Уверен, что там ничего интересного нет. Фух, приехали. Попец-то подпекало знатно. Включаем свои секретные глаза. Есть что-то интересное? Пока ничего не видно. Пусто. И не густо. Мне нужны, знаешь кто? Лиза-шарики. Чтобы завершить защиту мутации. Я их где-то тут видел. Надеюсь, что они тут еще есть. О, нет, только не ты. Вон он, один лиза-шарик. Так, его нужно раскатать вот этим цилиндром. Иди сюда. Иди сюда, ты мне один единственный нужен. Математик переползает. О-о-о, он сейчас сломает эту стелу. Черт. Давай, ломайся, давись. Есть. Есть, он у нас в кармане. Математик ломает стелу, а мы тем временем выбираем нашего скоростного покемона. Где ты? Где ты? Бежим. Бежим снова. Черт подери. Опачки. Мы не будем смотреть, как он ее рушит. А, он уже ее сломал. Перелез и сейчас будет катить. А мы уже драпаем отсюда. Бежим. На всех своих колобковых ножках. Так, а мутацию мы сможем защитить сейчас? Самое время защитить мутацию. Так, так, так. А что мы там собирали защищать? По-моему, нет, это не то. Хобот, 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 хобот. Не то. Вот, да. Свисток. Можем защитить. Отлично. Наконец-то. Шикарно. Камешки разбежались. Не вставать у меня на пути. Мне и так сложно бежать на своих четырех лапах. Когда выносливость кончилась. Блин, цилиндр очень близко. Очень близко. И выносливости очень мало. Ё-моё. Еще и слоняра вон там, он бегает. Так, 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 так. Выносливость, пожалуйста, не подкачай. Вот он я, а вот он слон. Пробегаем мимо него. Пошел вон. Пошел в пень. Черт, черт, черт. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Где цилиндр?
У-ху-ху. Не, нормально, в принципе. Он еще далековато. Мы смогли. О, тут лес. То, что нужно. Там он вижу свечение. Какой-то храм какой-то, наверное. Червячок, отойди с дороги. Еее. Мы снова бежали от цилиндра. Ништяк. О, это же линза, и она в воздухе висит. Офигеть. А что тут такое все розовое? Интересно. Да, я вижу эту линзу. Вот оно. Одна из активированных трибумами линз парила над высоким сооружением. Сможет ли линза сделать то, о чем им говорил старейшина? Действительно ли она зарядит ближайший дворец? Ну вот сейчас мы это и узнаем. Пойдем посмотрим, что она делает вообще. Так, надо еще посмотреть. От Стеллы есть? Да, вот виток идет синий. Синего луча. Ух ты, они заряжают, реально, остров. Обалдеть. Вон линза стоит, вон, вон, и все они заряжают. Круто. Здесь еще один храм. Ну чё, я думаю, что надо закругляться, а в следующей серии мы наконец-то взлетим. Наверное. Наконец-то. Победа. Победа была мучительно близка. Три башни терпеливо ждали линз. Все, что нужно было трибумам, забраться на каждую из них и надеяться, чтобы гнев цилиндра не обрушился на них, пока они не закончат. Забраться, в смысле, на них? На платформу ты имеешь в виду? Или на линзу? А, мы можем на линзу встать? Нифига себе, тут даже лифт есть. Давай поднимемся. Вот это да. То есть мы сейчас встаем и их активируем. Они еще не до конца активированы, я так понял. Ну давай сейчас одну активируем. Взаимодействовать. Ага. Есть луч. Но пока... А, мне его направить нужно. Все понятно. Я им могу управлять. Ровно. Все, я сделал. Похоже на улыбку удачи. Древнее устройство все еще работало. А те две линзы, которые трибумы с таким трудом подняли в небеса, да, они и на месте, будто ждут наших маленьких героев. Ну все, в следующей серии мы их активируем и, наверное, полетим на этой платформе. Я надеюсь, если, конечно, математик нас не остановит. А чтобы увидеть продолжение этой увлекательной экспедиции полета вверх, не забудь поставить лайк под этим видео, если тебе понравилось и ты хочешь увидеть продолжение, а также подпишись, чтобы не пропустить его, если ты еще не подписан. Увидимся именно в следующем ролике. До встречи!